А прежде чем мы приступим к самому интересному, ну, как оказалось, к обзору, заставкам, я бы хотел, ребята, порекомендовать вам сайт musicworkshop.ru. Это сайт, где продаются персонажи, где есть своя биржа по подаркам. Она каждый раз будет, ребята, обновляться. Цены ниже, чем в самих магазинах на Music Wars. Абсолютно все легально. Аккаунт ваш не забанит. За этого человека я ручаюсь. Могу являться гарантом, что действительно это очень адекватный персонаж. В комментариях напишите, кто зашел уже на сайт, чей сайт и кому он принадлежит. Посмотрю с удовольствием ваши комментарии. А так, ребята, если у вас есть что продать, пожалуйста, нажимаем кнопочку, обращаемся к человеку. За небольшой процент ваш персонаж будет не только красиво оформлен и добавлен в базу, но и продан, как персонаж, которого я хотел купить. Если честно, хотел по вашим просьбам сделать. Эх, ну, немножко дооформить, а так сайт просто супер. Вообще молодец. К видео, конечно, все, хватит, заставку давай! Привет всем! Вас приветствует канал Vega Music Wars. А сегодня, ребята, мы будем разбирать 23 февраля. Рядовой докторишка, отставит разговор. Да, командир! Так точно, обратно, командир! Обратно в казарму, в запас! Есть уйти в запас! Приветствую вас на канале Vega Music Wars. Сегодня лейтенант Дымок ведет у вас канал. Размерять мы будем День защитника. Но прежде чем мы пойдем по нему, поздравляю всех мужчин с праздником. Желаю много совершений. Мужской пол для этого и создан. Девушкам обязательно поздравить свою вторую половину. Гели для душа, носки, пены для бритья никто не отменял. Всем понятно? Внимание! Всем внимание, приступаем! Итак, День защитника принес нам подарочки. В трех подарочках у нас контракт наемника. Содержит бои. Если вы не на 30 уровне и у вас много рубинов, вам они пригодятся. Если вы сидите на уровне и у вас нет игр разума, продолжаем сидеть на уровне, вам это не нужно. Железный ящик с новой способностью у чужого. Не знаю, по мне, интересная способность. В ходе битвы ее еще не наблюдал. Еще рано. Очень жесткая и сильная вещь валяется у меня в складу. Использую ее никогда. Советую для выкачивания тем, у кого нет оружия или кто хочет наносить массовый урон на топовом 23 уровне. Я качать не буду. А теперь быстро по краешку пройдемся. День защитника введен 21 числа 2018 года. VIP 30% скидка на всякую фигню. Ненужная вещь абсолютно. Проходим мимо, игнорируем. Жетоны. За жетоны выкупаем все подарки. Продолжаем бить дезертиров. Нечего им на территории ходить кругами. Рассказал, показал. Полевая кухня. Никакой военный не проходит мимо полевой кухни. Это первое, что должно приехать с тобой
на военные действия. Поэтому хотя бы один уровень выкачать обязательно. Вернемся на год назад. 21 число 2017 года. Проходим те же самые скидки, те же самые бонусы. Привет, Макс. Уже виделися. Но Катюша за 299. Это единственное серьезное отличие в акции. Все остальное полностью повторяется. А сейчас... Рядовой! Рядовой, сегодня ты ведешь остаток. А вам, ребята, желаю всего счастливого. Не тратьте много, оно того не стоит. Ура, товарищи! Ура! Ура! С праздником! Спасибо, спасибо, лейтенант. Все нормально. Продолжаем. Быстро-быстро, короче, пройдемся, потому что все основное уже лейтенант описал. Поэтому мы зациклимся только на подарках. Не забываем, ребята, выкупаем все подарки обязательно за жетоны. После чего, когда вы купите подарки, не тусуемся в клубе, там все равно падает всякая шваль. Поэтому сразу мы переходим на энергетики. Энергетики пригодятся, они 7-дневные. Потратите. Севента все равно бои вам падают, ничего страшного, их там тьма. У меня даже их накопилось уже сколько? 200 штук. Просто лежат, вот реально просто лежат. Потому что, ну, не хватает. Тут еще 2 дня, ну ничего, это все нормально. Но меня не это взбесило, ребята. Еще одна часть, смотрите, 149 звезд, 299 и 499. Соответственно, 3 рубина, 6 и 10 рубинов. Давайте окунемся в прошлое. Итак, привет, привет, докторишка из 2017 года. Привет тебе, 27 уровень. Давайте посмотрим же здешние подарки. У нас здесь, смотрите, деревянный ящик за 99 и 2 рубина. Катюша за 4 рубина и 199 звезд. И миниган так же, как и стоил. Стоило ли, ребята, вот это улучшать? Что у нас? За рубины уже ничего не покупается, да? Зачем это вытягивание из нас звезд? Я не понимаю. Если вы посмотрите дальше у меня на канале видео, то вы поймете, ребята, что дроп был ужасный. Если здесь будет более-менее адекватный дроп, я возьму свои слова обратно. Но пока нет. Я вижу пока только жадность. Вот как-то примерно так, короче. Ну что, ребята, давай выходим на территорию. Бьем обязательно не влияние, а косковидных наших вояк. И жетоны складываем в сумочку. И покупаем подарки. Подарки обязательно к выкупу. Ну ладно, ребят, счастливо. Следующее видео будем делать. Буду, как всегда, скрытный. Ну ладно, на стриме поспрашивайте, если что. В субботу приходите, 21:30 по Москве. Стрим будет, как обычно. Ну, счастливо. Ну, лайк. Лайк, 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 лайк. Лайк, 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 лайк.